Почему же сразу не сотворить чего-то, что обладает выбором? Невозможно сразу создать кого-то, имеющего выбор. Ведь Творец все может. Ну, это вечный вопрос. Может все, кроме одного. Сотворить такую реальность, свободную реальность, он не может. Свободную означает, что ты обладаешь все противоположными ему свойствами, и в тебе есть возможность согласиться или не соглашаться с ним. Но это получается просто, что вы говорите мне в данный момент... Да пока ты вообще ничто. Да? Да как же я могу действовать с этим осознанием, что я вообще не существую? От тебя сегодня не требуется свободы выбора. Где там выбор? Выбор возможен, когда есть самостоятельные силы. А ты где? Что с тобой? Ну вот. Так что это вообще, если я не... Если я ничто и ничем не подвластен? То, что ты со временем познаешь, что пока в тебе еще нет свободы выбора, что ты находишься исключительно под желанием получать. Только эго в тебе работает, и ничего, кроме него. Не противостоит ему никакой другой силы, которая бы как-то где-то могла бы восполнить эго, работать бы прямо или противоположно от него. Ты все еще находишься в одной силе, ты должен продвигаться, учиться и вызывать много света, возвращающего к источнику, для того, чтобы у тебя появилась и вторая сила. Когда у тебя будут две силы, и ты почувствуешь, что ты на самом деле находишься между ними, ты почувствуешь и ощутишь полный мир, и новые ценности, и другой взгляд на мир. Тогда поговорим о выборе. Выбор для людей... Ну, посмотри, человек в 18 лет или когда там, тебе позволяют выбирать, а не раньше. Почему? Ты какой выбор? Представь себе, если бы дети, скажем, 10-летние дети, могли бы выбирать правительство, то все эти члены Кнессета, которые хотели бы стать главой правительства, всем бы рассказывали, мы всем сладости раздадим. Я там телефоны раздам всем самые последние модели. Всем детям до 18 лет я раздам то-то, то-то. Ты думаешь, что они бы постеснялись бы так кричать? Кричат. Не, это я понимаю, но получается, что нет выбора. Нет выбора, потому что... Ну, ты же видишь, что и в нашей жизни у нас нет выбора. Мы постепенно приходим к выбору. У тебя все еще нет необходимости выбора. Ты сейчас не думаешь, что не достает тебе выбора. Тебе кажется, что ты свободен. Ты не чувствуешь, что Творец управляет тобой абсолютно во всем? В чем-то я чувствую. Я чувствую, что... О том, что ты что-то не хочешь делать? Да и вообще, желание... Таким образом он обучает тебя. Сначала он тебе дает эгоистическое желание. Сначала я хочу делать то-то. Потом тебе ставят какое-то препятствие, и ты видишь, что тебе кто-то мешает. Ты все еще не понимаешь, что это исходит все из того же источника. И это все, чему тебя учат. Как же продвинуться? Я хочу постичь, я понимаю это, но этого недостаточно. Это так чисто в каком-то алгоритме, это не в чувстве. Если это не зависит от меня, как продвигаться, я не понимаю. Ты продвигаться можешь, если ты играешь вместе с окружением, с группой. Замени то, что с тобой делает Творец, на тебя вместе с окружением. Ну как вы говорите со мной, как будто у меня есть выбор что-то сделать? Ты можешь добавить, потому что ты находишься в окружении. Можешь? Так есть выбор или нет, если я могу? Есть. Если ты хочешь с помощью окружения изменить поведение Творца относительно тебя, то ты это можешь. Возьми окружение как фактор вместо Творца, как фактор, и добейся успеха, управляй своей жизнью свободным образом. Все перед тобой. Мы слышим, но все еще не чувствуем. Придет постепенно, еще немножко.